Сегодня у нас заготовки на зиму. Будем делать клубничный конфитюр. Список всего, что нам понадобится, смотрите в описании под видео. Берем клубнику. Хорошо промываем ее холодной водой. Даем воде стечь. И только после этого удаляем черенки. Сразу подготавливаем банки. Я стерилизую их в духовке при температуре 100 градусов 7-10 минут до полного высыхания. Крышки заливаем кипятком. Теперь в очищенную клубнику добавляем сахар и превращаем ее в пюре. Дальше отправляем на плиту и ждем, пока закипит. С момента закипания варим на среднем огне 8 минут. Затем добавляем лимонную кислоту и продолжаем варить еще 2 минуты. Выключаем огонь и даем джему немного остыть. В это время подготавливаем желатин. Заливаем его остывшей до 60 градусов кипяченой водой и хорошо размешиваем. Теперь снимаем с варенья пену. Вливаем растворенный желатин. Тщательно перемешиваем. Разливаем по стерильным банкам. И закручиваем сухими крышками. Вот и все. Клубничный конфитюр на зиму готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарий и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!